Блестящим мастером натюрморта предстает Караваджо в картинах «Лютнист». Существует два варианта интерпретации этого сюжета художником. На полотне, написанном для кардинала Дель Монте из собрания Государственного Эрмитажа, натюрморт более разнообразен. Яркий луч света, падающий слева, выделяет объемно написанные предметы, живущие своей жизнью. Караваджо передает хрупкость и прозрачность стеклянного кувшина с букетом ярких цветов, широковатость нотной бумаги, на которой, как установили итальянские исследователи, изображены ноты мадригала «Вы знаете, что я вас люблю» композитора XVI века Жака Аркаделя, кожицу разбросанных фруктов, полированную поверхность лежащей скрипки. Натюрморт, как всегда в ранних произведениях художника, поэтически повествует о чувственной картине мира. Лирическое созерцательное настроение рождает и образ самого музыканта. Жена подобного юношу с пышными темными волосами, повязанными тканью, Джованни Пьетро Беллори ошибочно назвал женщину в рубашке. Это тот же молодой итальянец, которого художник запечатлел на картине «Юноша с корзиной фруктов» и «Юноша, укушенный ящерицей». Возможно, музыкант, друг художника. Тонкими изящными пальцами он перебирает струны лютни. Композиция из четырех полуфигур на темном фоне, изображенных на картине «Концерт», тоже рождает поэтическое чувство единения молодых людей, увлеченных музыкой. Полотно было написано для кардинала Дель Монте, как парное к лютнисту. Джованни Бальони назвал эту аллегорию «музыка». Но представленные Караваджо юноша с лютней, певец с нотами в руках, мальчик с виноградной гроздью, уподобленный ангелу, а также юноша с рожком, возможно, сам художник, на втором плане написаны с натуры. Они выглядят простыми завсегдатаями римской тратории или уличными музыкантами. Изображать подобные концерты с народным типажом любили мастера Венеции и Бреши.